вздорапл, Блум, но я надеюсь. Надеешься? Я уверена. Ты ведь многократная чемпионка по Родео. Ни у кого в Фонивилле нет такого количества медалей. Я не могу дождаться, когда моя старшая сестра завоюет все награды и вернется домой с титулом чемпиона эквестрии по Родео. Милая пони, милая пони, милая пони, тебя так долго ждали, милая пони, волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам, приключений с нетерпением ждешь и волшебство в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой дружить. Дружба – это чудо. Автор идеи Лорен Фауст. Продюсер Сара Уолл. Осторожно, Дерпи. Пропажа. Ты хочешь испортить еще что-нибудь? Не знаю, в чем дело. Да, это загадка. Отлично, радуга. Ты в порядке, радуга? Я могу чем-то помочь? Нет, ничем. Во имя Селестии, сядь и ничего не делай. Ой, я случайно. Эпплджек, 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 Эпплджек. Пони, прошу внимания. Внимание, пожалуйста. Да, мы собрались здесь для того, чтобы проводить Эпплджек на ежегодный чемпионат по Родео в Кантерлоте. Да! И я хочу заранее поблагодарить Эпплджек за щедрое предложение отдать призовые деньги на ремонт ратуши. Вот незадача, я не сильна в этом. Хорошо, речи не будет. Но сегодня вы организовали самые лучшие проводы. Вы поддерживали меня на всех соревнованиях, даже когда я была совсем маленькой. Поэтому я с радостью отдам мой выигрыш на ремонт ратуши. Обещаю, Понивиль будет гордиться мной. Да! Я хочу, чтобы ты показала всем этим хвастливым, высокомерным пони, что такое настоящее Родео. Хорошо, бабуля Смит. И возвращайся с выигрышем. Договорились, мэр. Повеселись там. Не нервничай или используй эту нервную энергию, чтобы выступить еще лучше. Ешь орехи и риски. Риски дают много энергии. Сделай все возможное, Эпплджек. Я буду очень стараться. Поезд до Кантерлота отходит. Внимание, пассажиры, все на борт. Что ж, мне пора. До встречи. Ждем тебя с золотой медалью. И с деньгами. Хорошо. Я вернусь через неделю со всеми наградами этого чемпионата. Он придаст ей сил. О, надеюсь, Эпплджек удивится нашему сюрпризу. В этом-то и смысл. Да, но именно удивится, а не испугается. Потому что удивляться – это приятно. Но испуг может быть очень неприятным. Сюрприз! О, Пинки. Я испугалась. Прости, я тренируюсь. Мы ведь должны поразить Эпплджек этим торжеством, ведь она станет чемпионом эквестрии. Сюрприз! Тише, кажется, Эпплджек идет. Не волнуйся, Искорка, я уже разминаюсь. Yeah.
Какой сюрприз! Как вы узнали про мой день рождения? От кого телеграмма? Что в ней? От Эпплджек. Родные друзья, я не вернусь в Понивиль. Не волнуйтесь, деньги скоро вышлю. Это все. Эпплджек не вернется? Как это Эпплджек не вернется? Она любит Понивиль. И она любит наш дом. И она любит свою семью. Видимо, с Эпплджек случилось что-то ужасное, раз она не может вернуться. Может, она ранена или напугана? Тогда чего же мы ждем? Давайте ее найдем. Не беспокойтесь, если нужно, мы обыщем всю Эквестрию. Мы вернем Эпплджек. Молодцы! Спасибо вам. Наша корзина лишилась одного яблока. Надеюсь, этот след не приведет нас в тупик. Мы не можем вернуться домой, не разыскав Эпплджек. Не знаю, что мы скажем ее семье. Не знаю, что мы скажем всему Понивиллю. Не знаю, как я доеду до следующей остановки! Это Додж Джанкашен. Предположительно, Эпплджек приехала сюда по окончании Родео. Попробуем найти ее. Быстрее, пожалуйста! Надо же! Эпплджек! Нашла! О, Эпплджек, мы так рады! Я нашла ее! Нашла! Я сейчас! Всем привет! Как вы? Почему ты не вернулась? Да, почему ты здесь? Все хорошо? Есть еда! Что случилось, Эпплджек? Эпплджек, это твои друзья из Понивилля? Да, мам. А вы кто? Ну, я Черри Джубили, владелец ранчо Черри О. Эпплджек не сказала вам? Я увидела ее выступление на Родео в Эквестрии. В жизни не встречала пони с таким количеством медалей. О, ерунда, миссис Джубили. Об этом не стоит говорить. Она так скромна. Мне всегда нужны пони с быстрыми копытами и крепкой спиной. Когда я узнала, что Эпплджек требуется перемена обстановки, я постаралась как можно скорее привести ее в Додж Джанкшн. Что ж, можешь поболтать со своими друзьями. Увидимся на ранчо. Перемена обстановки? Что это значит? Ничего особенного. Я решила поменять яблоки на вишни. Нашла работу и приехала сюда. Вот и вся история. И это все? Это плохая история. Мне больше нечего вам сказать. Спасибо, что заехали. Возвращайтесь домой. Передайте родным, что со мной все в порядке. Прости, Эпплджек, но мы проехали через всю Эквестрию не для того, чтобы возвращаться домой без тебя. Я не просила вас искать меня. Нам не о чем говорить, и в Понивиль я тоже не вернусь. Я ей не верю. Эпплджек что-то скрывает. Искорка права. Ей достанется на орехи. Что? Орехи? Я так хочу есть! Готова хорошенько поработать, Эпплджек? Конечно, мисс Джубили. Чудесно. Входите, девочки. А
вы что здесь делаете? Мы сортируем вишню. Можно приступать? Что ж, красную вишню кладете в один ящик, желтую в другой. Проще некуда. Это все, что нужно запомнить. Удачи! Так, что это вы задумали? Ну, а судя по твоим словам, здесь очень интересно работать. Угу. Что ж, но помните, ни слова о пони Вилли. Отлично! Меньше слов, больше дела! Эпплджек, как соревнования в Контерлоте? Мы говорим не о пони Вилли, а о Контерлоте, верно? Все было хорошо. Было весело? Да. Встретилась с кем-нибудь? Да. Правда? Ты видела Wild Bull Hickok и Calamity Main? Да, видела. Познакомилась с мисс Джубили. На Родео мисс Джубили продавала вишню вкусную. Прости. Вишневые кексы, вишневые торты. Мы с ней разговорились о том, о сём. Ты сказала ей о своем доме? Да. Ты сказала ей, почему не возвращаешься? Нет, это не ее дело. Пожалуйста, помедленнее. Это потому, что я облила тебя водой в тот раз? Нет. На помощь! Может, ты обиделась, когда я дала тебе книгу по садоводству? Нет! Может, тебя оскорбили мои слова о твоей прическе? Нет, нет, нет! Вы не понимаете, просто... Да, девочки, кажется, мы потерпели неудачу. Потому что мы были слишком мягкими. Да, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Пустим в ход тяжелую артиллерию. Обещаешь не задавать вопросов? Обещаю! Пробовала черри-чангу? О, прости, это вопрос. Какие вопросы можно задавать? Нет, я не ела черри-чангу. Неудивительно, я сама это придумала. Черри-чанга – это вишневое пюре в лепешке. Черри-чанга! Красиво звучит. А может, лучше чимичерри? Тоже неплохо, что лучше черри-чанга или чимичерри. А может, соединить чимичерри-чанга? Смешно звучит. Я люблю смешные слова. Одно из моих любимых – кумкват. Не я его придумала. Вот бы работать в саду, чтобы весь день говорить кумкват, кумкват, кумкват. Или бочка с огурцами. Правда, смешно звучит? Бочка с огурцами, бочка с огурцами. Повтори вместе со мной. Бочка с огурцами, кумкват, бочка с огурцами, кумкват, бочка с огурцами, кумкват. Хватит, хватит! Ты сможешь ее остановить, Эпплджек, только сказав правду! Никогда! Чимичерри-чанга! Да, кстати, рифма к слову никогда! Тогда всегда! Когда, тогда, всегда! Ладно, ладно, я все вам расскажу! Пусть она замолчит! Но можете подождать до завтра? Я очень устала! Завтра? Не знаю! Ты нам обещаешь? Я все вам расскажу за завтраком. Обещаю. Я рада, что мы наконец-то узнаем правду. Да, возможно. Не волнуйся, Радуга. Она во всем сознается. Она ведь обещала. Доброе утро! Позавтракаем!
нарушила обещание! Эпплджек! Ты же нам обещала! Эпплджек, а ну вернись! Быстрее, ребята! Мне надо убраться из доджа! Она же сбежит! У нее ничего не выйдет! Смотрите! Теперь вы знаете, что знаем. Неужели ты не видишь? Вижу. Ты получила так много медалей. Все, как сказала мисс Джубили. Ты не понимаешь. Тут медали разного достоинства. Разного. Но нет, золотой. Я была четвертой, третьей, даже второй. Но ни разу не была первой. И я не получила призовых денег. Но ты написала, что пришлешь деньги. Поэтому я здесь, чтобы немного заработать. После всех этих речей в Понивилле у меня не хватило смелости вернуться ни с чем. Вернуться неудачницей. Эпплджек, ты не неудачница. Мы же твои друзья. Ты могла финишировать 50-й. Для нас ты номер один. Вы... не расстроены и не разочарованы? Mm-mm. Ну, а как же мэр? Как я скажу ей, что не получила деньги на починку крыши? Эпплджек, мы всегда найдем способ залатать крышу. Но если ты не вернешься, мы не заполним пустоту в наших сердцах. Ну вот! Кажется, я стала слишком сентиментальной. Дорогая принцесса Селестия, мы всегда гордимся своими победами и расстраиваемся из-за поражений.
Но нет смысла прятаться, если ты выступила не так хорошо, как рассчитывала. От своих проблем не убежишь. Лучше всего вернуться к своим друзьям и родным. Кто, по-твоему, Рарити? Чимичерри или Черри-Чанга? Чимичерри, Черри-Чанга, Чимичерри, Черри-Чанга, Чимичерри, Черри-Чанга. Когда я вернусь, держись, радуга. Я тебе покажу. Чимичерри, Черри-Чанга, Чимичерри.